В Москве глава региона Сергей Морозов и президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка подписали соглашение о сотрудничестве. В эту организацию входит около 30 стран. На встрече глава региона обозначил, что губерния заинтересована в поставке наших продуктов за рубеж, в частности в страны бывшего Советского Союза. И такие возможности есть, особенно в сфере машиностроения, подтвердил Руслан Гайнединов. Безусловно, нам очень интересно взаимодействие с точки зрения презентации потенциала экономики региона, с точки зрения привлечения партнеров, бизнес-партнеров, которые входят в международный конгресс с их проектами на территорию региона. Мы готовы предложить достаточно интересные конкурентные условия, и именно поэтому нам крайне интересно взаимодействие с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. Главное для региона сейчас отладить экспорт. Это перспектива ближайших 10-15 лет. Именно Конгресс промышленников и предпринимателей позволит заявить о себе на международном уровне и привлечь в регион новых бизнесменов. Ведь в организацию входят более 1500 крупных инвесторов.